начала года в сосудистом центре Мытищинской городской клинической больницы проведено более 2500 рентген-хирургических исследований. У 650 пациентов выявлен острый коронарный синдром. Это тяжелое заболевание, причины которого кроются в неправильном образе жизни. Образ жизни, да, это одна из существенных причин развития ишемической болезни сердца, атеросклероза в коронарных артериях. Атеросклероз, собственно, коронарных артерий, это и есть причина инфаркта миокарда. Гиподинамия. Современные люди ведут очень гиподинамичный образ жизни, они не двигаются вообще. Подробнее о профилактике сердечных заболеваний смотрите в нашей рубрике «Актуальное интервью» сразу после выпуска новостей.